нашим подразделением была поставлена задача перерезать шоссейную дорогу, идущую вдоль Днепра, для того, чтобы не допустить выдвижения подкреплений немцев к Киеву. Собственно говоря, эта задача нашими бойцами была успешно выполнена. У меня два деда воевали. Прадед дошел до Берлина, брал Берлин. Дядя отца закончил советскую школу юнг. Сопровождал северный конвой. Сердце можно пропустить. То, что было когда-то. Это очень нужное мероприятие, реконструкция того, что было. Спасибо всем, кто участвовал.